Ой-ой-ой, очень много каких-то кошек появилось. Вот замечательно, только первым пальцем. И порезать. Теперь первым Рэ у тебя перекличка. Рэ первым туда. Теперь Рэ открыто. И третьим пальчиком. Первый позиция Рэ. А теперь смотри, что дальше. Какое трезвучие? Какой тональность? Тоже не вначале. Ну давай, как грамотный музыкант. Какое это трезвучие? Это трезвучие. Какой мажор. Отлично. А теперь нам сыграть четверть и две восьмушки. А можно сыграть аккуратнее? И также переходить. Снова третий. Значит, не забудь про переклички, пожалуйста. Смотри, так, 4 одинаковые ноты. Как колокола должны звучать. Четвертый ножки. Подумай. А потом вторая нота, да? Нет, аре во второй октаве, первым пальцем. Первый. Открытая, переходи на первый. На третий палец переход. Посмотри, у тебя здесь есть третий палец. Первый потом. А что крючок так к нему идет, а? Первый. Рэй, переходи на третий. И еще разочек аккуратно. Дай. Мне не нравится правая рука. Давай сначала сыграем два такта и все. Там пишется. Мне нравится эти девочки. Там пишется наш урок. Он у тебя очень хорошо.
получается, вот ты играешь в первой позиции, смотри, открытая ми, и в это время ты делаешь переход и ставишь второй пальчик. Четвертым пальцем.
тебя 4 разных аккорда. Ре мажор. Посмотри на меня. Давай мы их просто повторим. Ре мажор, потом что идет? Ре мажор, сюда. Соль мажор, потом. Ля мажор, соль мажор, ми минор. И ля мажор и ля. Тоника. И тоника. А тоника у тебя какая? Тональность этюда. Ре мажор. Вот если ты знаешь, вот это вот называется, как это называется, тональный план. Ты идешь по плану просто, и твой этюд выучивается за 1 секунду. Поняла ведь, да? Угу. Ну, замечательно.